Мы уже не один и не два раза говорили с вами про важность ежедневного очищения и качественного ухода. И сегодня мы рады представить вам новинку от компании Жизотон. Комбинированный прибор BioSkin AMG-199, сочетающий две методики брашинга для очищения кожи и роликового массажа для тонизации и подтяжки. Бежевая насадка предназначена для ухода за чувствительной нежной кожей, для деликатных участков и для ежедневного очищения. Брашинг – это процедура ежедневного ухода. Вы можете применять ее как утром перед нанесением макияжа, так и вечером для снятия загрязнений, для, так скажем, подготовки кожи ко сну. Для того, чтобы провести процедуру каждый день, вы можете использовать пенку для демакияжа. Это нежное средство, которое вы наносите на кожу и используете щеточку по типу кожи. Чем удобен этот прибор? Тем, что вы можете применять два режима вращения. Да, для одной щеки это в одну сторону, чтобы не растягивать кожу. Для другой щеки вращение выбираем в другую сторону. Ну, это единственный известный мне прибор, который имеет реверсивное вращение. Очень удобно для постоянного ухода. Два режима высокочастотных колебаний предназначены для максимально деликатного очищения самых нежных участков для ежедневного брашинга. Также очень удобно, что в этом приборе помимо функции вращения есть функция высокочастотного колебания для того, чтобы в прямом смысле слова выбивать загрязнения из пор и максимально эффективно их удалять. Также для интенсивного очищения вы можете 1-2 раза в неделю применять не деликатную нежную пенку для демакияжа, а, например, крем-скраб. Белая насадка предназначена для очищения нормальной, жирной и смешанной кожи. Также вы можете использовать в курсах интенсивного ухода 1-2 раза в неделю. Роликовая насадка предназначена для ежедневного тонизирующего массажа, коррекции овала лица и разглаживания морщин. Вы можете ее предварительно охладить или нагреть, чтобы усилить эффективность процедуры. Также в этом приборе есть уникальная функция роликового массажа. То есть помимо очищения вы можете проводить процедуры тонизации, разглаживания морщин, укрепления овала лица. И все с помощью вот этой вот роликовой насадки. На самом деле, для того, чтобы усилить эффект от роликового массажа, вы можете ее предварительно подержать 5 минут в холодильнике и получите тем самым холодный тонизирующий массаж. А можете немножко подержать в горячей воде для того, чтобы получить теплый массаж, который будет усиливать проникновение косметики. Для массажа мы используем специальные либо массажный крем для лица, либо вы можете использовать свои любимые лифтинговые средства. Они будут усваиваться в несколько раз лучше по сравнению с обычным нанесением. Выбираете любое вращение. Это очень приятно, комфортно, ну и способствует сохранению красоты. Ограничение к использованию этого прибора минимум. Это в первую очередь заболевания кожи, нарушение целостности кожных покровов, какие царапины, ожоги, ссадины и так далее. В период беременности не рекомендуется проводить такого рода процедуры. А вот купероз не является ограничением. Если у вас есть сильно выраженная сетка сосудов на лице, конечно, лучше проконсультироваться с врачом. Но при склонности к покраснению, при повышенной чувствительности кожи, данный прибор может использоваться, потому что он очень деликатно действует, не травмируя, не растягивая кожу.